Доброго времени суток, друзья мои. Вот и вечер у нас. Успокоился ветер, тишина. Пахнет у меня, зацвел жасмин. Скоро зацветет мой любимчик. Горец изменчивый. Вот, какие у нее красивые листья. Я вообще от них балдею. Красивый. Обратная сторона прям мягкая такая, бархатистая. А вот здесь он набирает цвет. И цветет он долго-долго. Стоит мой снопик, даже не качается. Ну, подвязку я с него убирать не буду. Потому что завтра может подуть ветер, и его наклонит. И это снопиком у меня стоит. Бузина вот таким. Там планирую насадить колюсов. Почему-то решила в последний момент. Там затишек такой, им будет очень хорошо и комфортно. Вот так шикарно цветет мой первый пион. Сегодня на нем я жуков не видела. И вчера. Или потому что я обработала. Но не знаю, по какой причине. В прошлом году они даже нисколько не реагировали на то, чем я обрабатывала от муравьев. Жуки по-прежнему эти бронзовки летели, садились. Вот. А на этом кусту, где было много муравьев, их почти нет. И пионы прекрасно распускаются. Где-то муравья я видела сейчас одного. Ну и тот убежал от меня. А, вон он побежал один. Вот. Этот тоже будет цвести куст. Но на этом у него году, но в этом году поменьше у него бутонов. Так. Пойдем он туда дальше. Там у меня и здесь даже вот такие маки уже начинают распускаться. А один был вот такой розовый. Вот этот куст весь будет, значит, розовым. Это вот такие крупные красавцы. Розочка. Вот это вот белый пион. Что-то он у меня никак не растет. Вот он уже сколько лет в такой паре, такой вот небольшой. И зацветает очень-очень поздно. Белоснежный. И вот такой пион. Вот цвет не передается, но он темно-темно-бордовый такой, малиновый прям. Другого цвета. Вот такой отчиток у меня. Красивый. Тоже цвет набирает, цвести будет почему-то рано нынче. В этом году все не так, как всегда. Это вот вербейник точечный. Он такой высокий у меня всегда был. А нынче, ну, вот сантиметров по 30 всего. Ну, цветет. А вот, скоро зацветет дельфиниум. Вот такой. А там и рябинник, он цвет набирает. А вот эту вот аквилегию надо будет обрезать, чтобы она не натрусила своих семян. Высокорослая, как-то у меня один куст тут остался. Я их почти все свела, высокие эти. Столько от них мусора, такие у них корневища крепкие. Этот зацветает у меня сильвер. Тайдал. Это Ред Тайдал набирает силу. Рядом Римочка, моя любимица. Тоже разрастается. Вон сколько у нее цветов. Ну вот, на этом я заканчиваю, друзья мои. Комары заели меня окончательно. Иду в дом. Пока-пока.